Итак, перед нами остатки сожженных остров того самого знаменитого зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» ВС РФ. Машина была все-таки чем-то повреждена, и ее бросили. Так, вот такой вот он был. Территориальная оборона баштанки, абсолютно безжалостные к российским оккупантам люди. И к технике за 15 миллионов долларов отнеслись абсолютно пренебрежительно. Разобрали, отсюда все было снято, сколько-нибудь ценное, все, что можно было открыть, еще и сожгли. Так, вот обращаю внимание, что тут у нас ручка. За 15 миллионов долларов мы видим приварена деталь из арматуры. Ух, ёлки-палки, какая-то видно высокотехнологичная арматура. Мастерство российской оборонной промышленности видно, читается в каждой детали. Да, ну здесь снято абсолютно все, все пошло на хозяйство. Баштанка жжет, как мы говорится, тут сухпай, тут остатки, да, сухпая, понятное дело. Ну вот так, в общем, машина здесь проезжала здесь вот колонна, была российская разбита, и ее остатки рассыпались по всем вот этим прекрасным полям. Здесь проселочная дорога. У этой машины был персональный эскорт. Как говорят бойцы, да, здесь было сопровождение, но тем не менее она была повреждена, и после обстрела в панике